Садоводы из бельгійскага региона Фландры наведали Гомель и встретились со своими белорусскими коллегами. Мероприемство совместно организовали гандлёво-промысловые палаты Гомельской области и Фландрии. Символично встречу провели у маляўнічым во всех относинах месцы, у картинной галереи Вашанки. Мероприемство проходило в формате контактно-кооперационной биржи. Представники 10 бельгийских компаний, которые специализуются на выращивании садовой и декоративной растительности, познакомились с гомельскими коллегами. Садоводы двух краин рассказали про максимости своих годовальников, ассортимент продукции, делились опытом, обменивались контактами, домовлялись об супрацовництве. Мета – реализация совместных проектов и ведома продукции, налаживание партнерских связей. У Гомеля такая встреча отбылась у першиню, але в Вогуле это не первый опыт. Так, у соковику минулого года делегация из Беларуси наведывала бельгийские годовальники. Выник – несколько заключенных контрактов. Мы, чтобы продолжить развитие этих отношений, уже решили приехать сейчас сюда, к нам в Беларусь, с официальным визитом при содействии в организации ТПП города Минска и нашего гомельского отделения ТПП. Он расценивает, что у нас достаточно хорошие условия для выращивания их продукции, поэтому он думает, что тоже будет результат после этого визита хороший. В первую очередь задача торгово-промышленной палаты – это свести потенциальных партнеров. Предприятия Бельгии заинтересованы в реализации своей продукции здесь, а наши предприятия, возможно, не знают о том, что бельгийские компании хотят продать свою цветоводческую продукцию. И поэтому наша задача, опять же, свести одних, которые хотели бы реализовать, и других, которые хотели бы купить.